Ребята, всем привет, с вами канал WW, и сейчас я вам расскажу несколько советов по настройке Warzone для PlayStation 4. Первое, самое главное, заходим в настройки контроллера, использование перезарядка ставьте на контекстное нажатие. Плюс ставьте также автоматический бег, чтобы ваш персонаж при движении вперед сразу же начинал бег. Смотрите дальше, значит. Вибрация контроллера, естественно, отключайте, чтобы у вас руки не тряслись, это во-первых. Во-вторых, чувствительность джойстика по горизонтали я поставил на 12, чувствительность джойстика по вертикали поставил на 10. Но это уже личные, индивидуальные, как бы, настройки, каждый будет выбирать так, как ему угодно. Коэффициент чувствительность прицела я поставил на малую и большую кратность на самую высокую, чтобы в прицеле быстрее целиться. Плюс переходим на вкладку «Общее», здесь у нас... Значит, глобальный эффект скорости — это размытие, его мы отключаем. А эффект скорости оружия — это тоже размытие, его мы тоже отключаем. Зернистость выключаете, потому что она вам будет мешать при поиске противника. И плюс еще, наверное... Так, в аудио настройках я вам сейчас кое-что скажу. Очень многие жалуются то, что голосовой чат очень тихо работает. Значит, громкость голосового чата ставьте либо на 100%, либо больше, потому что игра очень громкая сама по себе, и вам просто не слышно людей, которые с вами находятся в катке. Ну и, наверное, все, ребята. Если вам чем-то помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока.